Сходи. Пации это хилы. Могу пригласить члена другой группы.
Не тут? Дридоня, включи с микрофон. А что такое? А ну там на время надо будет подменить. Дулся. Ага. Хорошо. Прелесть. Стоит это на того. Баст голду. РК по половинам пуков. Куда собрались? Здорово. Как все сложно. Дим. Дима. Саня. Саня, Саша.
прав, чтобы если что. Алло, алло, как слышно? Отлично. Нормально. Замечательно. Вот честно скажу, не знаю, что там с Дискордом происходит, но я не могу полюбить этот Дискорд, и все говорят, что это лучше, но РК, блядь, меня охуенно слышно. РК вас... лучше. Вы представляете, я вас слышу. А тогда я пошел на той неделе в 10 Оня, вот это ИК, я просто слышу, вы чик, что-то говорите, а, и все, и заикаетесь, квакаете, и ничего не слышно, вообще тишина, ничего не понятно. Блин, так обидно. Я вот сейчас тоже сидел в Дискорде. Раз слышат меня, раз не слышат. Блин, вообще нереально. И почему в нем сидят? Вообще за что в нем сидеть, когда в РК сидят? Ну, люди сидят, и как бы ты говоришь, все слышно. Не, ну бывает такое, что ну в нашей практике, там сколько мы уже... 3 года рейдим на этом на циркуле, и бывает, что не слышно РЛ, типа, и он там соображает сам, что вылетел, перезаходит, там все снова его слышно, все нормально, но блин, не так как в Дискорде, это вообще жесть. Не знаю, как по мне, в Дискорде качество звука намного выше, чем здесь. Тут вообще я сижу вас слушаю, вообще другие голоса, говнище, а не голос. Ну, блин, ты не в обиду, типа. Там сидеть не вариант совершенно. Не, я имею в виду качество. Я сейчас сидела в Дискорде, они все разговаривают, я нажимаю кнопку, им говорю, слышите меня? Тишина. Потом опять говорю, а потом, а, да, слышим. Да, потом вот опять нажимаю, вообще, слышите? Это... Не, а нифига никто не слышит, блин. Сама с собой разговариваю, сижу. Ну, есть какие-то, да, вот качества, есть отличия, они заметные. Но в РК еще такая штука, что если несколько людей одновременно говорят, тоже помехи, то есть плохо будет слышно то эхо, там, то еще у кого колонки, у кого наушники. В Дискорде получше должно быть, но там... Но эхо и сейчас тоже есть. Да, в Дискорде... У кого-то колонка работает, да. Я слышу иногда свой голос. Да, да, если наушники, вот у меня, если ты будешь что-то говорить, то не будет эхо. Может, уже начнем потиху трэш чистить? А, ребята, знаете что, мне нужен какой-то человек, который меня проконсультирует, как будущего хорошего танка, чтобы я с ним поговорил там в свободное время в РК желательно. Есть такой? На какой класс? А сумануть меня не мешало бы. На класс вара. Кто поставил плюс, всех суманули. Ну, даже не вар видел. У меня был очень давно, и я вряд ли смогу тебе помочь. Тебе надо кого-нибудь из старожилов искать. Кто у нас? Старожилы тут не катят, это Сирус. Нет, я имею в виду, кто, может быть, на десятке играл варом. Прото. А что, сейчас никто не играет, что ли, ими?
У нас очень мало варов именно в прото. А, короче, еще проще скажу. Мне не нужно знания какие-то по вару, так как я знаю про вары все, про все спеки. Мне нужно знания больше по сирусу, по тактикам, по каким-то особенностям. То есть, как боссы кастуют. Они же на всех серваках по-разному. Вот, ну, проконсультироваться по этому поводу. Блин, ну заранее ты так соломку-то не постелишь. Надо походить. Ты сейчас в рейде? Да, войд. Ты танчить будешь, да? Да блин, я в 25-ке первый раз, я вот в 10-ке он не был два раза, все. Ну а какая хрен разница? Те же яйца, только вид сбоку. Немножко не другие. Тут два танка, во-первых, надо, а не как в 10-ке один. Ну, потому что просто и трэша больше, и вообще все, все немного другое. Но по большому счету 25-ка это немного гипертрофированная десятка. Здесь все достаточно просто. На самом деле, я считаю, ты до тех пор, пока не начнешь ходить, без толку. Тебе надо просто с открытым забралом идти и говорить: ребят, так и так. Ну, действительно, все серваки разные. Достаточно один раз пойти, чтобы тебе непосредственно перед боссом в двух словах обрисовали твою задачу. И все. В следующий раз ты уже будешь как предупрежден, значит, вооружен. А вот так вот с кем-то о чем-то говорить, ну как, время ты, конечно, потратишь, может быть, даже приятную беседу получишь. А вот что-то полезное для себя вынести я не уверен. Ну, вот, например, знаешь, что полезно было бы? Вот я танчил, ну, у меня итем левел тогда был 217, и десятку я танчил, Аниксию вот эту. И вот я не ожидал, что она меня убьет. Вот третья фаза, она села, короче, все, дракончики там этих поубивали мобов. Она села, и что-то удар какой-то крылом прошел, она меня убила. Я тоже был. Ты ничего здесь не сделаешь, ты все делал правильно. У тебя просто тупо маленький итем левел, у тебя мало хп. У тебя, ну, как, ты сам по себе слабенький. Ну, понимаешь, как это как в том анекдоте, когда ежик стоит посередине леса на пеньке и кричит: я самый сильный, я самый крутой. Тут вылезает похмельный медведь, по нему щелчком бьет по лбу, и ежик через пол леса летит. В какие-то кусты вылетает, выбирается из них, отряхивается, говорит: да, да, самый сильный, просто легкий. Вот то же самое у тебя произошло, один к одному. Просто я не знаю, ну блин, я понимаю, что в рейдах я побыстрее вот эти очки накоплю, чтобы шмот там какой-то взять. Если, ну я сам хочу в рейды как бы. Я знаю, что я умею там делать, что нужно за свой класс, там агро набирать, там еще что-то там ставить как-то боссов. Просто, блин, поддержка нужна. Не боись спрашивать. Вот сегодня пойдем. Я дальше, скорее всего, рой пойду. Никаких вопросов. Подскажу, насколько это, как это, возможно. В принципе, в обычках-то нет вообще ничего сложного. В герах, да. А это рейд, ну, гильдовой или нет? Господа, нет, здесь... скажите мне, сейчас модно бить таргет не танка, принципиально, постоянно? Или кто-то хочет упасть, в частности, сова, ДК, вар? Ну, ДД, это всегда ДД. Я только сегодня ругался с РБКшным пати о том, что, в принципе, неплохие люди. Но, блин, как только садятся за ДД, сразу мозги вымывает просто. Нет, просто я паладин, я не вар, у меня всего лишь два таунта, я не могу постоянно снимать агрос четверых человек. У тебя вот этот ник Славикас, да? Ты этот? Да. Видишь, на тебе баф. Какой именно? Ну, уже прошел охрана на 6 секунд, 30% снижает урон. А зачем? У меня прожимок хватит. Нет, просто так, чарж был. Мне агро снимать людей надо. Нет, твой урон это твое агро. Я знаю, какой у меня урон быть не против вара,
не может сравниться. Если человек бьет не мой таргет, я не буду прожимать таун постоянно, не сниму с него агро. Если сова прожимает звездопад прежде, чем я поставил, то да, тут крути это... не крути. Надо сову на кол сажать, я согласен. Да ладно, посох отобрать, засунуть в одно место и вернуть. Какой ты жесткий, слушай. Да не мы такие, жизнь такая. Блин, народ, да распределите баф, пожалуйста. Сова неплохой. Сова хороший. Опросов нет. Каску, пожалуйста, по нации ДЦ. Я не всех вижу здесь на месте. Ну ты можешь прийти. Я имею в виду бафнуть, я не могу, допустим, прота, потому что не все здесь. Не, прота нам не РЛ. Распредели, пожалуйста, шаманов по патим, чтобы поменьше народ бегал. Так, чтобы, ну, хотя бы в четырех пати был... Он АФК. Понял. Блядь, кто привел? Ну что за детский сад? А чё, раньше был премиум, он статы давал, да, 5%, а сейчас давно сменили, не заметили вот это на 7% выносливость? Вот не так давно появилось вроде, да? Если честно, не понял о чём-то. Премиум висит, который вот с категорией рядом. Ну, когда он премиум, он всегда дает 5%. Сейчас-то он 7% выносливости. Его же исправили. Да, что-то понятно. А, ты смотри-ка, правда. На 7% количество полученного золота увеличено. На 30%. Ну, да, раньше 5% ко всем. Угу. Ну как, да, это новость. Правильно я понял, ребята, что в ЦЛК увеличено ХП боссов на 50%? Если не больше. Ну вроде как 50, потому что в обычке 60 лямов или чая, на мувике я видел 90. Саша, КПРО тут? Нет, он АФК был. Ним, Нет? Одного друида... А, друиды здесь. У кого есть права шаманов, раскидайте по пати. Чтобы все пати не бегали, хоть 4 пати будут с этим трепетом. У шамана есть. РЭП есть, поставьте. Да еще не все тут, нету Рэла. Че ставить, что пропало? А после вот этой Аниксии 25-ки куда пойдете? Дальше будет ИК, бычка. И Гроу Магик. Ну, либо в начале Гроу Магик, потом ИК. Ну, скорее всего, ИК обычка. А туда пятую категорию пустят, нет? Насколько я знаю, да. А то я думал, 25-ки, 4-ки. Ну, нет. Пятую пускают везде, кроме ЦЛК. Тебе сейчас главное ОД. ОД, ОД, ОД. Ну да. Еще можно Т4 танковать РБК. 7 РБКшек в день умножить на 2 баджика, считай 14 в день. Получается 10 дней 140. Ну, грубо там, 15 дней ты одну шмотку Т4 покупаешь. У меня сейчас 101 этот баджик. Ну, 200 штук будет, ну, либо 150. 150 это плечи и перчи, а голова, ноги и грудь 200. Надо голову и грудь на танка. Ну,
вот я, видишь, в барах вообще никак не было. Ну я там сам разберусь пока, посмотрю, что к чему. Ну, в принципе, можно шмот посмотреть в магазине, он же висит там. Какие гемы, какие статы. А, да. А где РЛ наш? А он как раз просил... Так, ну, видимо, пока буду я. Ставь рыбу и погнали. Можно сразу шаманов по пати раскидать, чтобы... Шаманов уже четырех... раскидали. Уже раскидали. О, спасибо, все. Все. Так, что у нас по танкам? Так, Войда вижу в танке. Кто еще? Ага. Альфа-танк вижу. В третьей пати танки, господи. Ну, альфа, наверное, на трэше будет. Под Славик пусть на мейне. Кучеряво, рыбка, ох. Кушайте рыбку, бафы проверяйте, все ли всем довольны. Что, без Райла будем? Да. Видимо, зачтется он в инсте. Убийство зачтется, то лут не получит, то Д, по-моему, тоже с ним ударит. Ну, это не сильно критично. Килл должен засчитаться. Килл засчитается, да. Так, давайте все туда, кто поел рыбу, кто всем доволен. Каску по паладинам обновите. Так, на боссе у нас постоит печенька. Все роги ханты делают на пул сейчас в печеньку. Или кто там уже? Печенька, да? Все, да, паладин. А, квадрат у нас будет ловить гвардейцев. Треугольник и печенька будут ловить мелкий трэш, который будет вылазить по бокам. На третьей фазе никто не бежит бить Аниксию. На третьей фазе все добивают гвардейцев, мелких, и только потом мы со спокойной душой бежим и пьем Аниксию. Квадрат, ты че сюда пришел? Ну, хочется ему там, только под морду не лезь. Так, давайте еще раз РЧ, все ли счастливы, все готовы пулять. Все готовы, кроме... Все, все готовы, отлично. Отсчет для танков, рок и хантов. РДД, подождите, пока они все не поставят. РДД близко к морде стоите, чуть-чуть подальше. Напоминаю, под хвостом никто не стоит, она откидывает. Перед мордой тоже никогда не стойте, она дышит. Неприятно. Что ты? Магика, дай, пожалуйста, СС по печеньке. Пусть на нем она будет. Да ладно, у меня прожимок хватит. Лучше на хила на какого дайте на БР.
Ну, хил один там очень толстый, навряд ли он умрет. Второй примерно такой же. И два БР в запасе. Просто танк сразу встать сможет, если умрет, пока вдруг добежит. А ронять танков мы умеем, мы талантливые. Эрл, я вылетел, сейчас зайду. Да, надеюсь, что ты зайдешь в инст. Ну, конечно. Это возможно, что нет. Да не, вряд ли. Треугольник и синий квадрат. Определитесь, кто из вас бежит направо, а кто налево ловит трэш, чтобы вы вдвоем не стояли около одного выхода. Бал. Да не шпитесь вы гвардейцу. Перед мордой гвардейца никто не стоит. Никогда. Развернули гвардейца на выход. Милики на максимальной дистанции стоят от гвардейца. Меня никто не перебивает. Ну кто-то опять сорвал агро и развернул принципиально. Второй танк. Вы просто все умрете там, вот и все. На этом ваш дамаг закончится. Второй танк, не рви агро с меня. Не переагривай. Это танк какой-то. Ой, его ДК. Я у инста стою. Дыхание. На выход встаньте. На выход. Никто под Аниксией не стоит. Долго заливая мадов. Следующие ады пошли. Почему танки не на своих местах? Скачайте ДБМ, следите за ДБМом. Стоит ДБМ. У вас тогда должно показываться, сколько до следующего выхода дракончик. Меня даже анонсит, но почему-то второй танк принципиально бьет ада, забирает у меня. Не мелких собирает. Войд, иди пробегись, пожалуйста, по рейду, собери мелких. Дыхание. По бокам разошлись, на выходе никто не стоит. Разошлись по бокам. В упор по бокам. Прохил танка, пожалуйста. Стояли по бокам. Поэтому я сказала стоять в упор. Милики, что очень медленно вы адов заливаете, прям совсем медленно. Очень медленно, уже три. У нас там вар словила Никсу? Нет, я под фиром. Ну, падаем, давайте выйдем. Выходим из комнаты. Беги, малышка, беги! Почему у Лока 4,6 ДПС? Юлик 5. Ну, Рога, ладно, умер. У кого масрез есть?
активнее передвигаемся. Я могу найти твой. Рел, расскажи, может, тактику второму танку. Там, если что, с тебя ДК забирал, который дамажит вон воющим ветром Мортрекс. Ставьте, пожалуйста, шкаф. Я больших с тебя не забирал, если ты на меня думаешь. Ты какой стоишь танк, не что там, что не понимает? Ты стоишь не там, ты должен стоять там же, где и я. Когда вылетают маленькие дракончики, ты должен их затаунтить на себя и привести снова ко мне и снова стать там, где я. Ты квадрат? Так, стоп. Нет, я печенька. А, ну так я к тебе и приводил. Я к тебе же приводил их к печеньке. А, ты трусы, что ли? Да, я трусы, Войд трусы. А я про квадрат говорю. Не знаю. Я за вас очень рада. Квадрат вообще должен был танчить гвардейцев. Так он стоял не там, где надо, если он собирался танчить гвардейцев. Он стоял так, что гвардейцы дышали бы на рейд. Можно спросить? Вот смотри, этот печенька на треугольник. Вот смотри, гвардейцев я вот сюда ставлю спиной, да, стою, а ДДшники вот, да, с этой стороны стоят, спину гвардейцам бьют, чтобы они под клиф не подошли, да? Правильно я думаю? Правильно, ну или с той стороны, я с той ставлю, чтобы дыханием не цепляло. То есть, как бы она, когда дышит в проход, тебя не цепляет, если дышит по диагонали, она тебя не цепляет. Ну все, я понял. Многие танчат в проходе, но шанс тогда попасть под дыхание. Да, там еще и дыхание, еще они, видишь, спускаются, нужно тебе провести, а то будет постоянно будешь туда подниматься наверх. Я в десятке так поднимался. Вот так. Короче, танки, решайте сами, как вы что хотите, тогда я вам ничего не говорю и творите свою фигню сами. Потому что у меня на третьей фазе и на первой фазе у меня везде печенька на Аниксии. И печенька далеко даже вообще не должна была танчить гвардейцев. С гвардейцем должен был разбираться квадрат. Но если вы там что-то нарешали, решайте. Мне все равно. Просто я не знал, допустим, что мы идем в три танка. Я думал, в два. Три метки. Это говорит о том, что зеленый квадрат, почему я ругалась, что почему драконов ловят только с одной стороны, потому что два танка, и они должны были разделиться справа и слева. А третий танк стоит на выходе и не имеет проблем. Правильно, танчит адов на третьей фазе, ловит Аниксию, один из танков забирает недобитого. Паладин танчит Аниксию, поэтому на второй фазе паладин не должен танчить гвардов, чтобы он спокойненько бегал по комнате и радовался жизни. Хорошо, никогда в три танка не танчил просто. А можно, в принципе, ух ты, что там рыба стоит? Ух ты. Рыбу просто поставили, я ее не видел, извините. Сейчас 4 секунды, и я буду готов. Видимо, не я один не видел рыбу. Угу. Большое спасибо, очень вкусно. И убиваю. Полезно. Да, я за то, чтобы убить уже наконец-то. На 40% третья фаза, да? Да. Смоните меня сейчас еще раз, пожалуйста. Суманули уже. Спасибо. Дримкиллер и Лок. По нации где? Понимаю, Паша делает по. Лока нет, ладно, переживем пока без Лока. Печенька пуляет, на пул на печеньку.
Совсем немного так задержался, она и вернулся. Павел, киньте кто-нибудь Саву на ДК. Второй на Саву киньте. Киньте сальву на ДК, упадет. На столб, на секундочку. Такая красная штучка, снижающая агро. Коля, обнови щит земли по танку. Спарт, стопни ДПС, упадешь. Спарт, уход в тень, там можно. Вы просто если сорвете агро, Никси на нас развернется и дыхнет. И весь рейд упадет. Из-за вашего агро. Паладин, а ты можешь там, я не знаю, крылышки прожимать. Что у вас там классно есть? Да все прожался, что можно. Молодец. Танки разошлись по местам справа и слева. Треугольник налево, печенька направо. Квадрат ушел на выход. РДД, давайте очень красиво и активно играть в Аниксию. Чем быстрее вы ее зальете, тем быстрее мы ее убьем. Печенька, иди лови своих драконов со своей стороны. Я уже поймал и иду к танку. Сань, дал пушку тебе. Выведи из тоннеля, если дохнет, упадем. И сильно далеко туда не уводи, на выход выйдется. Перед мордой не стойте, ни массой не бейте перед мордой гвардейца. Вы же сами себя убиваете. Как будто здесь первый раз. Вы почитайте, какой баф на гвардейце появляется. Сразу поймете, в чем суть. Выведи еще чуть-чуть. Выведи в комнату. Куда ты пошел? К нам, иди сюда. Вот здесь танч. И дальше туда не уходи вообще. На выходе безопасно. Не, сейчас не убьем это ро. Все пойдут по своим делам. Убиваемая Никси? Угу. Там ему топхаться за Никси я не хочу. Да не, все правильно. Просто слабо. Они все только вчера открыли, они не знают, что сжаться гвардейцу впритык нельзя, что надо стоять на максимальной дистанции от гвардейца. Вы не хай-левельные. Прожимок у вас, видимо, сейвов нет. Как кот умудрился умереть, я вообще не знаю. Под дубовой кожей стой и бурсти себе под дырсой. Хосту дал, Сань, долби. Капана еще не улетала. У нас друли есть? Добили трэш, только потом все бегут к Аниксе. Танка там хильте, хилы. Кто? Чу, о, ты чу, да, идешь. Стрей. Танк, пока прожмитесь. Главное, трепет, чтоб стоял. Гвардейца добейте. Не надо бить сейчас Аниксю. Добейте трэш. Света, да я бью черепок. Тише. Не перебивай. Света, да я бью черепок. Вот теперь идут и бьют босса. Танк стрёмно Аниксу стоит. Под двух остали и нормально стоит. После эфира что, довернуть надо куда-то? Все, как стоишь, так и стой. Ничего не надо. А дальше, пожалуйста, разлома с яйцами встаньте. Не надо туда в страхе забегать.
Сань, хосту даю, долби. Гимноману. Все, только не потеряется танк, и все будет нормально. Да нормально, прожимаюсь. Отошли под пузо, не стойте перед лицом. Танк, никогда не поворачивай ни спиной, ни ебалом к рейду. Меня откинуло к драконам. Я знаю. Блин, хватит этой хрень. Пожми станк. Пожалуйста. Ревностный. Зуба даю танк. Тут профаста. Верни сейчас. Я вас всех поздравляю. Ну, срез, прижмите, у кого есть. Ё-моё, я её не довёл, чё ж вы не сказали, я ж стоял возле драконов. Спрашивал же, может подвернуть куда. Всё нормально. Не, нормально, она стояла нормально, просто РДДшка там чуть правее стоять, да и всё. Не, так она меня к драконам закинула. Я просто офигел. Сейчас тебя резну. Я пойду курну, пока вы тут ролите, мне все равно тут ничего не надо. Ик следующий. Да. Саша, ты уверен? Я позаменяю просто тех, кто не дает ДПС, и я просто не видел, что у вас было до этого. Там были бурные разговоры. Рвань. Жень, ты видишь голову? Я немножко не в инсте. Но я, по-моему, кольцо сдавала, поэтому нет. Я сдавала. Разроль. Забери себе и будь довольна. Ни у кого нет случайно поясной пряжки лишней. Поверишь, есть.
Не, ну серьезно. Именно серьезно. Какое-то странное совпадение. Пошла я вообще такая делать чай и обнаружила, что дома нет черного чая, один зеленый. Мерзость. Ну не надо, зеленый тоже не мерзость. Я могу забери себе все то, что валяется, если хочешь. Купил две пачки. Зеленый понижает давление. Ничего в нем классного совсем нету. Он нормализует, а не понижает. Не портальчик. Но вообще понижает. Нет, нет. Высокое понижает, низкое повышает. Ну вот в этом и суть, а мне его не надо понижать. Но мне просто вообще зеленый чай пить нельзя, это у меня чисто для гостей он лежит. Знаете, боже, что нам не гоже. Как это зеленый чай с малиной и с лимоном такое? В общем, я теперь просто горячую воду пью с малиной и лимоном. Ну, оно и само по себе так неплохо. Только главное, чтобы сильно горячей не было, потому что тогда лимон от витамина С ничего не остается. Ибо при 60 градусах разлагается на простую кислоту. Ни разу. Кстати, не знаю. Полезно. Ну, не живет витамин С при относительно высоких температурах. Так же, как и мед, горячее тоже нельзя. Как и аспартам. Но это совсем не полезно. Понятно. Буду знать. А Дручконя, бля, это кто? Это что точнее? Кто что? Друид Чичиконя. Чуго, бля, короче, хуйня там внутри пальцы. Я взяла сову. А это сова, окей. Ну маг просто афкашил, я решила, что раз маг афкашит, надо его заменить. А друид в четвертой пальце? Какой-то дримкиллер там? Это наш. Кот. Не, вообще он хорошо играет, он, мне кажется, просто заслакал на гвардейцах. Не, я про другое. Но он умер во время боя. Это правда, правда. Я танков смотрю. А, так Огра танк, он Фал танк, с метками танки. У нас 3 танка есть. Даже 4. Еще БДСМа можем спекнуть, по-моему. Но мы это делаем. Ну не, а, там, по-моему, был какой-то второй шаман. Или, мне кажется, или друид хил. Или его все уже отъехало. Ревенер не хил? Не, да. ДД. Сова. Ну, найди нам бревнышко и... И кого бы там? Одного додел. Ханта, бревно, идеально. Чего тебя так фонит? Ты на колонках, что ли? Вообще-то это от тебя идет шум, а у меня из-за того, что я сижу в колонках, передается от тебя. У меня не может идти шум, потому что у меня по кнопке. Все равно какой-то идет. Ну, у меня дома идеальная тишина, вот что сейчас может мешать? Ничего. Ну, свистит прям сильно. Не смертельно. Вода с лимоном. Жень, это РК. Так и должно быть. А, блин. Чайник кипит, что ли? Это РК.
Все поднялись, своим ходом добежали, пока добираю. Кто будет сидеть на Никсе или где-нибудь еще, будут заменены. Также и на все следующие рейды инсты.